посмотрим. Нет, поднимите женщину, пожалуйста. В смысле, поднимите женщину? Вы меня снимаете. Давайте я вот так вот сделаю. Вас лица не видно. Вы уже сняли меня 55 раз. Лица не видно, давайте. Чё, давайте. Встаньте. Я не буду вставать, потому что здесь... Я чувствую. Поднимите, пожалуйста. У нее увеличение, если там. Вы уже хотели, вы уже все сделали. У него там увеличение? Ну, я это знаю. Ну, не, ну проверьте просто. Если нет, вообще не вопрос. Вообще не вопрос. Да просто встаньте. Просто встаньте. Уйдите, пожалуйста, здесь. Просто встаньте. Рабочее место члена комиссии. Давайте посмотрим все. Давайте посмотрим, что там. Встаньте, пожалуйста. Между ног он бумажка лежит. Да, пожалуйста, пожалуйста. Встаньте, пожалуйста. Вставайте. Вставайте. Сотрудник, там бумага, у меня на видео зафиксировано. Вставайте. Вставайте. Что это такое? Вот это. Бюллетени. Прошу обратить внимание всех. Лежат бюллетени. Сотрудник, пожалуйста, возьмите вы. Я не могу. Вы берите, вы имеете право. Разверните, пожалуйста, покажите, что это. Как они к вам попали? Я съел. На бюллетени? Нечаянно. Бюллетени закрываем попой. Зафиксируйте, пожалуйста. Ну, в принципе, у нас есть. Вы как бы документально зафиксируете это дело. А разверните, пожалуйста, покажите, что там. Есть какие-то отметки или нет? Есть. За Единую Россию. Плюсики. Отлично. Еще. За Единую Россию. Плюсики. Отлично. Как вы это объясните? Никак. Никак? Я разговаривала, не знаю, как вас зовут, по поводу протоколов. И я вам принес сюда бюллетень. Нет, я не говорю, что вы подложили. Вы говорите, я пришла, села. Все. Вы сидели на бюллетенях с голосами. Ой, ё-моё, всё. На бюллетенях с голосами. Всё. А чё это залет, ребята, это знает. Залет. Это чистый залет просто. Надо отсоставить. А, вызовите, пожалуйста, на решение. Спасибо. Да, давайте, конечно, вообще без проблем. Без проблем. Не-не-не, сейчас полиция приедет. Это уголовка, вы что? Чистейшая. А, заместитель председателя Марина Валерьевна Тараканова. Третья уголовка за сегодня. Шесть. Просто жесть.